программу «Активное долголетие» входит немало направлений. Физкультура, компьютерная грамотность, красота и здоровье. Большой популярностью пользуются и творческие активности. Мастер-классы, естественно, добавляют жизни всем нашим получателям услуг. Все-таки это получатели старшего поколения. Для них очень важна коммуникация, очень важно общение и совместная деятельность любого характера. Поэтому мы сейчас готовимся к организации кукольного театра и запустили серию мастер-классов по изготовлению кукол, которые будут нашими артистами. Во время занятий мастерицы не только весело проводят время, но и тренируют мелкую моторику. Такие упражнения учат концентрации и развивают мышление. Создавать будущего артиста – занятие увлекательное и, что интересно, достаточно простое. Если хорошо слушать, то можно с первого раза все сделать, потому что технология очень простая. Здесь, во-первых, простые материалы используются, то есть не нужно как-то особенно готовиться, да. Это нужно просто взять чулок какой-то, можно взять старые колготки, можно где-то найти синтепон, можно вату также использовать, да. В принципе, это все, что нужно. Берешь в руки нитку, иголку и начинаешь формировать лицо будущего актера. Для Валентины Малкиной это первая кукла, сделанная своими руками. В создании игрушки ей помогали другие участницы мастер-класса. Без дружной атмосферы и хорошего настроения ничего бы не вышло, признается Валентина Григорьевна. Ну, для театра послужить почему бы и нет. Раз в молодости артисткой не стала, то хотя бы свое свободное время отдать театру. И то хорошо. Занятие по изготовлению кукол из капрона планируется проводить дважды в неделю. Увидеть игрушечных артистов в деле можно будет уже к концу августа. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.